Ассаламу алейкум. Хурматли мехмонлар. Здравствуйте, уважаемые гости, уважаемые спортсмены, тренера, сотрудники федерации. Разрешите поприветствовать вас от имени Национального олимпийского комитета. Очень красивый праздник, мужественный праздник идет сегодня. Это сегодня идет праздник здоровья и спорта. Я хочу еще раз поблагодарить нашу федерацию. Спасибо за ваш труд, за ваше участие, поблагодарить спортсменов. За всем этим, конечно. Вот здесь для молодых доктор тоже прекрасно понимает, что стать вот таким это непросто. За этим стоит большая железная дисциплина и очень огромный труд. Поэтому это образ жизни. И, наверное, то, что наш сейчас уважаемый президент просит народ, стоит задача перед нами о здоровом образе жизни. Вот это тоже ваш вклад в здоровый образ жизни. Вам спасибо большое за это. Вот было бы пожелание, конечно, такое, вот, чтобы, вот сейчас мне сказали, около 3000 залов. Это очень хорошо. Очень хорошо. Дай Бог, чтобы их еще было много. Чтобы было государственно-частное партнерство. Все это развивалось. И чтобы больше и больше приходило сюда девочек, мальчиков заниматься для себя, чтобы они все были здоровыми. Дай Бог успехов нам всем. Рахмат силеге. Саламат болиле. Рахмат.
Я попрошу спортсменов сделать два шага назад. Абсолютно всех два шага назад. И приглашаю на эту сцену вице-президента Федерации бодибилдинга Тимура Сабирова. Под наши бесконечные аплодисменты, друзья. Добрый вечер всем еще раз. Я думаю, все прошло замечательно. Был очень такой драйв. Ребята измотались, но сейчас мы объявим абсолютного чемпиона. Но знаете, ребята, вы все чемпионы. Все чемпионы. Поэтому берегите себя, здоровья вам и удачи на всех международных стартах. А сейчас бы я хотел поблагодарить наших партнеров, представителей Бука, Bfit Pro, Bfit. У нас много подарков. Мы бы хотели поздравить Джихангира, представителя Bfit Pro, Bfit, сказать огромное спасибо. Сегодня наше мероприятие состоялось также благодаря поддержке именно наших генеральных спонсоров, наших спонсоров, партнеров. Также хотел бы поблагодарить Министерство спорта и физической культуры за поддержку в нашем мероприятии. Эти подарки для вас за то, что вы сделали вклад в развитие фитнеса, бодибилдинга в Узбекистане. Спасибо. Представители Бука, спасибо вам большое. Ваша одежда соответствует западному европейскому стандарту. Это, я думаю, оценили все спортсмены, все наши помощники, волонтеры. Поэтому спасибо вам и процветания, развития вам дальше. Ну и, конечно же, здоровье – это самое главное, что сейчас очень важно. Поэтому я бы хотел выразить большую благодарность доктору Дэм в связи с тем, что у нас очень было много моментов, даже если такие моменты случались за кулисами, со спортсменами. Ваши врачи всегда помогали, оперативно очень все организовывали, делали. Дильмурат Эргашев, представитель доктор Дэм. В наше время врачи, спортсмены – это как одно целое. Спасибо вам большое за поддержку, за то, что развиваете тоже наш спорт. Всегда с нами, рядом. Речь скажете. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие. Я каждый день тренируюсь с этими спортсменами. Я знаю, вот сейчас мы увидим их в пьедестале, минуточку, но они посвятили всю свою жизнь этому спорту. Они ничего не видят. Они несут здоровье. Сегодня все они чемпионы. Все, буквально. То, что мы их сегодня отмечаем, я думаю, это просто судьба уже. А на самом деле они уже, выбрав эту профессию, несут здоровье нации. Они примеры, мы их видим. Вот сегодня мы их видим. И каждый из нас хочет быть похожим на них. И мы завидуем этому, да, вот честно, белой завистью. И хотели бы иметь такую фигуру. Поэтому это спорт, очень тяжелый спорт. Очень тяжелый спорт. Я другого вида спорта не знаю. Я в Америке, вот у меня спортсмены тоже. День и ночь, там питание, там тренировки, там тяжелейший просто труд. И буквально они спят и живут в этом зале. Поэтому я хотел бы, чтобы все вы всегда поддерживали спорт. Это здоровая нация, это наше будущее. Спасибо Федерации, спасибо всем спортсменам. То, что они есть, что они несут. И вот сегодня мы гордимся, что в Узбекистане есть достойные спортсмены. И мы можем гордиться сегодня вот именно вот этими ребятами, которые за нами стоят. Спасибо большое вам. Спасибо. Спасибо. Как говорится, мы все занимаемся одним делом. Развиваем фитнес, несем здоровый образ жизни в массы. Поэтому спасибо всем, что сегодня с нами. Берегите себя, занимайтесь спортом. И все будет хорошо. Спасибо.
Ну а самая главная интрига-то вечера. Кто же из этих молодых людей, пожалуйста, вернитесь на пьедестал. Кто же абсолютный чемпион? Абсолютным чемпионом становится здесь, сегодня, в этот волшебный день, спортсмен под номером 34 Бакшула Сайфулаев. Лучший! Номер 34. Давайте еще раз поздравим всех, кто сегодня на этой сцене. Особенно тех, кто победил. Ребята, вы лучшие! Бакшула Сайфулаев у нас также является серебряным призером чемпионата Азии. Очень достойно выступил. Также представители BFIT компании хотели бы сказать речь и тоже поздравить вас. Ассаламу алейкум, аваламбор. Добрый вечер всем. Очень приятно присутствовать на этом очень красивом мероприятии. Тимур, спасибо вам большое, всей федерации бодибилдинга и фитнеса. Очень приятно. Я в первый раз здесь. За последние 4 года нам удалось провести более 20 мероприятий, и это первый наш шаг в сторону бодибилдинга и фитнеса. У нас уже есть общие планы с Тимуром. Мы построили огромный проект, и надеюсь, что мы будем также вкладывать в свою долю в развитии бодибилдинга и фитнеса. Мы делаем все одно дело, как сказал доктор. Ковид и карантин доказал об этом, поэтому спасибо вам большое, ребята, вы являетесь эталоном красотой, вы являетесь большими мотиваторами. Это пик айсберга, а весь труд, его не видно за сценой. Это большой труд годами по питанию, вы ограничиваете себя во всем. Поэтому огромный труд, спасибо вам большое. От компании BFIT, BFIT Pro, BFIT Box от всей мы поздравляем чемпиона, абсолютного чемпиона. И, конечно же, дарим его годовой абонемент в BFIT Pro на все зоны доступа. В любое время приезжайте, тренируйтесь, будьте примером для нас. Спасибо большое. Конечно же, пояс абсолютному чемпиону Узбекистана по бодибилдингу.